Приветствую всех зрителей. Вышел очередной патч 0.8.0. Наверное, можно его назвать Рубиконом очередным. Потому как произошла все-таки глобальная перепилка механики авиков. И прошлый раз, когда выходил патч с такими перепилами, это достаточно негативно сказалось на онлайне в игре. Посмотрим, как, в принципе, это теперь отобразится на игре. От этого люди придут ли в проект, вернутся, посмотрят, что это новое, и уйдут, останут. В общем, за онлайном потом последим и увидим. Ставим лайчик, конечно же, за бедного Минотаврика. Отправился он на дно блайндиком. И как раз следующее, что произошло в этом патче, это вывели из продажи линкор Мусаси. Наверное, это один из лучших на данный момент линкоров в игре. Лучший, конечно, он в плане нанесения урона. Отлично танкует. Есть у него, конечно, недостатки. Но вот то, какие он способен плюхи выписывать, да и вообще, как он дамажит, наверное, можно ему простить все его остальные минусы. Кораблик действительно хорош. И уже, возможно, мы его в продаже не увидим, поэтому введут ли как Мусаси, так и Миссури в будущем, неизвестно. Но уже сейчас понятно, что, скорее всего, цены в свободке на данные корабли будут повышать, потому что новый прем вроде как уже в районе миллиона. И даже если их вернут, возможно, что-то или с ТТХ сделают, или их цены тоже повысят. Следующее, что у нас происходило в игре, это, конечно же, новогодние марафоны. Был марафон на получение премиумного линкора 6 уровня. И также при помощи этого линкора, либо за марафон, либо за донат, можно было открыть кампанию. Здесь все вроде как начиналось достаточно-таки хорошо. Первые три этапа марафона выполнялись, ну, скажем так, на изи, достаточно просто. Даже где-то в кооператив можно было зайти. Но вот потом грянул четвертый этап. И, честно говоря, конечно, он очень такой получился серьезный, задротский и, как по мне, еще и доната зависимый. Кто помнит, это нафармить 24 ляма на 6 нациях. И понятное дело, что даже если у вас есть достаточно хороший прокачанный аккаунт, прямые руки, прем, флажки особые, все-все-все в наличии имеются, то на это уходило достаточно таки большое количество времени. Ну, где-то надо было 25-30 боев на все это, в зависимости от того, как вам везло с рандомом, турбобоями и со всем остальным. И где-то в районе 7-8 часов игрового времени. Это только на один этап. Плюс потом компания, она требовала примерно таких же затрат. Итого получается для, скажем, максимально обвешенного всем и скиллованного игрока уходило около 60, ну может быть 50-60 боев и там в районе 15 часов игрового времени, что в принципе уже немало. А если у кого-то нет премов, может быть каких-то флажков и так далее, если человек имеет не прокачанный аккаунт, то это количество часов и боев увеличивалось в 2, а то и более раза. И за сотню боев, за уже там 30-40 часов, это, конечно, очень серьезная цифра. И самое главное, что весь этот марафон, кампания и так далее начались после того, как закончились новогодние праздники. То есть это было бы логично на новогодние праздники, все-таки 10 дней выходных, и те, кто хотят выполнить марафон, ну, могут как-то позадротить и уделить этому времени. Но как раз почему-то его стартанули после именно праздников, что немножечко нелогично. И особенно учитывая награды за кампанию, за марафон, конечно, ну, как по мне, перебор затрат, скажем так, времени, ну, на то, что мы получаем. Ну, как бы, опять же, либо задонать и заплати, купи, или тратить офигенное количество времени. Это, конечно, наверное, можно поставить минус такой за вот именно данную активность. Но есть и, как бы, и, конечно, тут плюс. А плюс в том, что если все-таки прошли этот марафон, то, я думаю, нафармили достаточно большое количество серебра. У меня получилось за марафон и компанию в сумме плюс где-то 60 лямов по серебру и где-то в районе 700 тысяч свободного опыта, что, конечно, очень хорошо. Специально я бы не садился и не фармил ничего. А тут, ну, раз уж ввязался в марафон, то как такой побочный эффект тоже вполне нормально. Поэтому, ну, где-то есть плюс, где-то минус.
как там оно для кого, уж смотрите сами. Следующая вещь — это новогодние лутбоксики. В этом году они, конечно же, не порадовали, потому как если прошлогодние, позапрошлые достаточно были жирненькие в плане наград, голда, прем корабли сыпались как из рога изобилия, у людей там выпадало даже чуть ли не с одного, с двух контейнеров, насыпало очень хорошо, то в этом году лутбоксики что в кораблях, что в танках достаточно хорошо порезали, и в принципе уже какого-то смысла их приобретать в надежде на какой-то там профит нет. Они абсолютно не прибыльные, может кому-то там повезло, но если по прошлым годам они давали навар в 2, а то и более раз как минимум, то в этом году, честно говоря, навара с них нет абсолютно никакого, и эти деньги можно напрямую, если хотите, донатить в игру, потратить, чем их приобретать и надеяться на какой-то рандом. Может, конечно, если вы везучий, то что-то и выпало, но, по крайней мере, у меня, у кого-то со знакомых ничего такого не произошло. Ну, напишите в комментариях, что, кстати, вы думаете по поводу марафона лутбоксиков. Может, я где-то ошибаюсь, и просто по сравнению с прошлогодними этими коробочками мне, может быть, не повезло. Ну и теперь перейдем, собственно, к самой игре, а именно к геймплею, к тому, что я увидел как раз, когда выполнял этот марафон, и от чего стульчик иногда приходилось заливать активно пеной, углекислотой, водой и всем остальным. Конечно, первое, наверное, что я заметил, может, опять же, я не прав, но это абсолютно наглые эсминцы. Раньше, как по мне, такого не было, а сейчас то, что позволяют себе в рандоме эсминцы, я такого, ну, помню только, наверное, в начале, когда еще вышла игра. Вся, в общем-то, проблема у нас с эсминцами в том, что, с одной стороны, разрабы говорят, что это не очень популярный и слабый класс, но, если вы помните, их было такое огромное количество в рандоме даже раньше, когда их там особо не трогали, не апали, что пришлось даже ограничивать их количество в бою. А с того момента, сколько апов эсминцы претерпели на своей судьбе, даже, наверное, сложно вспомнить. Ну вот, я помню, ИГК увеличивали, торпеды делали лучше, незаметность, там уже скоро торпеды раньше засветятся, чем сам эсминец. Плюс в прошлом патче убрали сквозные пробития по эсминцам, и это, как по мне, сделало их вообще достаточно такие безнаказанным и по силе уже скоро равным линкору классом. Дело в том, что все мы прекрасно знаем, что фугасы у нас не наносят того урона, который ты ожидаешь, по крайней мере, когда они попадают в эсминец, ну разве что у конквейрера, да, и большинство игроков, ну, к примеру, линкороводов, если они адекватные и играют не на британских линкорах, а на остальных, понятное дело, всегда у нас заряжены бронебойные снаряды. И когда из-за острова или просто перед нами засвечивается эсминец, который тупо пикирует на нас, понятное дело, мы даем по нему залп с наших бронебойных снарядов. И если раньше этот залп реально отрывал целую кучу хп, а, понятное дело, эсминцы хп берегут, ибо его все-таки не так много, то это было таким сдерживающим фактором. Эсминцы понимали, что, ну, как-то пикировать, засвечиваться и так далее перед кораблями не стоит. Засветился, и это уже билет, или, по крайней мере, ну, практически билет в порт. И, соответственно, ну, эсминцеводы об этом знали, и был такой геймплей. Сейчас, когда убрали сквозные снаряды, у нас просто раздолье для эсминцев. У меня был бой, когда два эсминца тупо выходили вокруг Мусаси, причем это эсминцы 7 уровня, крутили хороводы, стреляли, покуда Мусаси у меня еще и не заточен в ПМК, то очень даже неплохо мне раздавали при помощи торпед, жгли с главного калибра. В общем, то, как сейчас чувствуют себя хорошо эсминцы, это, конечно, отдельная история. Ну, благо, хоть их ограничили количество на команду, иначе, если бы их было еще там по 5-6 штук, то это вообще был полный ахтунг. Но на этом ап эсминцев не закончился. Перепилка авиков, как по мне, это еще больше ап, потому что, ну, во-первых, сейчас вряд ли кто-то будет высвечивать эсминцев, да и делать это не так-то и просто, потому что у нас всего одна группа под контролем. Где-то что-то я слышал даже, что теперь самолеты еще не будут светить торпеды. Это вообще, конечно, полная жесть. Плюс собираются там советским лидерам артиллерийским добавить хилочки. Вот,
общем, все выше, выше и выше. И реально, наверное, скоро надо будет переходить на эсминцы, а не на линкоры. Ну, поживем, увидим. Может, не все так страшно, но реально во время выполнения этого марафона каких-то таких отрицательных эмоций, подгораний по отношению к эсминцам было огромное количество. И проблем они реально доставляли. Ну, по крайней мере, раньше такого я не замечал. Может быть, я не прав, опять же, пишите в комментариях, что думаете. Ну и последний момент, это, конечно, перепил авиков. Опять же, разработчики там что-то говорили, чтобы авики перегибают, на них сложно играть и так далее. Как по мне, нынешний геймплей авиков, он еще более сложный и на любителя, чем предыдущий, это раз. Во-вторых-то, и нагибать, скорее всего, авики меньше не станут. И от... самое главное, новых авиков жизнь у остальных кораблей станет еще хуже, потому что, во-первых, авиков, скорее всего, будет, особенно в самом начале, больше, теперь и на высоких уровнях у нас может быть несколько авианосцев. Второе, это вот это переключение приоритетов ПВО между бортами. Если до вас авик докапывается, у вас теперь весь бой будет только выставление приоритетов до маневрирования. Ну и бесконечные самолеты, вишенка на торте. В прошлых реалиях можно было измотать авик, убрать его все группы, и к концу боя, когда обычно ХП немного, ПВО выбито, вы как-то надеялись на то, что, возможно, у авиков уже нет самолетов, то теперь самолеты у авиков есть всегда. И, конечно, это тоже не радует, потому как ХП у вас-то, скорее всего, не будет, а вот авик как себя хорошо чувствовал, так и будет дальше чувствовать. Ну и плюс геймплей World of Warplanes, ну как бы стратегический геймплей, он, мне кажется, был более информативный, более было просто ориентироваться в бою на карте, так что по моему вкусу, опять же, этот перепил для меня со знаком минус, чем со знаком плюс. Но опять же, на авиках надо, конечно, поиграть, плюс посмотреть, как все это будет не на тесте, а в реальностях рандома. Вначале, может, какой-то интерес будет. Ясное дело, что результаты будут видны через несколько месяцев. Ну и возможно так, что теперь придется корабли точить не в ПМК, как это многие делали, а опять станут востребованы ПВО билды, и возникают вопросы по поводу клановых, ранговых боев, потому что рандомы и другие режимы, совершенно разные билды. В общем, тут этот вопрос опять же остается открытым. Вот такой вот у меня мнение и обзорчик по нынешней ситуации. Благодарю всех за внимание.